Хозяева завода с богатой историей дали ему громкое название, в котором не осталось ничего, напоминающего об истоках его развития. После национализации в 1919 году завод был объявлен достоянием РСФСР, получив название «Красный пахарь». Спустя 16 лет ему было присвоено имя революционера Валериана Куйбышева. Сегодня на предприятии «Высокие технологии» еще трудятся люди, которые пришли на работу во времена социалистических соревнований и добрых традиций наставничества. Подробности в нашем сюжете. В 1919 году завод был объявлен достоянием РСФСР и получил название «Красный пахарь». В начале Великой Отечественной войны из Москвы в Омск был эвакуирован авиационный завод. Через несколько недель здесь наладили выпуск продукции, которая предназначалась для боевой авиатехники и реактивных снарядов. К концу войны производство изделий выросло более чем в 20 раз. 22 ноября 1945 года предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени. Послевоенные годы принесли заводу трудные испытания, как и большинству оборонных предприятий. В 1960 году сюда пришел работать молодой специалист, технолог Борис Астафьев. Проектировали технологии и оснастку для производства узлов для ракеты. Ну, тут три завода же были завязаны, мы, Баранова и Полет. А потом ракеты закончились, началась авиация. 70-80-е годы бурно, завод начал строиться. 80-е годы – это и подъем производства, и финишная прямая на пути к новой эпохе предприятия. После исторического августа 91-го руководство агрегатного завода осталось без финансовых средств. На фоне высокой инфляции и роста цен началась борьба за выживание. В сентябре 1993 года произошла частичная смена собственности. Омский агрегатный завод получил определенную долю самостоятельности. То время стало переломным моментом для многих работников. Кто оставался на заводе в самые трудные для него годы, по сей день трудятся на родном предприятии. Мы, во-первых, пришли на завод, когда нас приняли в отдел кадров с распростертыми руками. Потому что мы ходили во много заводов, мы ходили в нефтезавод, везде нас принимали, но здесь особенно тепло приняли. Поэтому мы вот остановились на этом заводе. Я пришла с подругой, она тоже до сих пор работает здесь же на заводе. Коллектив мне как родной, я не чувствую себя в нем как у себя дома. Коллектив – вот, пожалуй, и все, что осталось от завода с более чем вековой историей. Капитализм в полной мере коснулся предприятия, которое когда-то было народным. Его нынешний хозяин Сергей Морев вышел из этих стен. Его трудовая деятельность началась именно здесь. А в настоящее время он является владельцем 70% акций. От предприятия, чей подъем и расцвет зеркально отражает основные вехи развития СССР, теперь уже ничего не осталось. Разве что заводская проходная. Заводская проходная в люди выбила меня, так у меня родители говорили. Но они люди тоже технического склада такого, инженеры. Закончили политехнический университет наш в Омске. Один отец на холодильных машинах, мать у меня по электрике. Вот так что, наверное, что-то от них передалось. На заводе вот такие работали. Самородки, они, собственно, с военных времен еще это остались. Завод отличается высокой точностью. Наши изделия никто не может в городе сделать, кроме нас. Поэтому он отличался тем, что были кадры квалифицированные. Раньше было здорово, конечно. А как вот было вот это вот? Ну как, у нас звание почетный наставник боролись, да, значит, наставники обычные были, закрепляли молодых рабочих, доплачивали им. Ну вот кто имел такую струнку воспитательную, тот нормально приживался в этой роли. Ну и передавали опыт. Сегодняшний олигарх от ВПК Сергей Морев и камня на камне не оставил от многих традиций, которые родом из СССР. Теперь бывший омский агрегатный завод, а сейчас открытое акционерное общество «Высокие технологии», как яркий образец буржуазной действительности. Он принадлежит не людям и не государству, а одному единственному человеку. Непонятно, чем он заслужил такие привилегии. Алла Левина, Юрий Дорошенко, Обком ТВ.